Меня зовут Татьяна, я здесь, потому что я большая поклонница продукции компании Vivaton. До того, как я познакомилась с этой компанией, у меня были проблемы с кожей, я не могла подобрать себе продукцию, потому что у меня очень чувствительная кожа. Я начала пользоваться кремами компании Vivaton, потому что эта продукция основана на натуральных травах. У меня не было никакой реакции от этих кремов, а наоборот, только улучшение кожи. То есть, если от каких-то других кремов, от там, где содержится химия, у меня были какие-то высыпания, то здесь у меня чистая нормальная кожа. Кожа стала более гладкой, чистой, молодой. Раньше были проблемы. А высыпания от кремов. Пользоваться кремами не обязательно нужно иметь проблемы. Нужно пользоваться кремами, чтобы не было проблем. Для того, чтобы сохранить кожу красивой и молодой, нужно пользоваться кремами до того, когда начнутся проблемы. Кстати, Vivaton – это не только косметика для лица, это еще, он еще обладает хорошими целебными средствами. У меня была проблема с моим теннис elbow, и благодаря маслу Vivaton я его вылечила буквально за месяц. Хотя до этого я проходила физиотерапию в течение полугода, и мне ничего не помогло. Но я могу все перечислить в компании Vivaton, мне все нравится. Ну вот самая моя любимая маска – это орехово-миндальная маска, которая основана на водорослях, и маска из желе живицы. Это то, что я бы порекомендовала всем женщинам, мужчинам тоже.